Когда из листа бумаги делаете квадрат, у вас остается полоска. Из нее можно сделать машинку. Ну, я покажу вам на цельном листе бумаги. Согибаем его вдоль пополам. Разрезаем. Получится две машинки. Ну, вторую вы сделаете сами. Здесь должна остаться щель такая, да? Ну, миллиметра 2-3 для такого размера автомобиля. Так, сзади у нас получается такое крыло, сбоку у нас тут турбины, прямо как ракета получается автомобиль. Вот, собственно говоря, можно его считать законченным, но если у вас есть фантазия, то из автомобиля можно, скажем так, немножко экспериментировать, сделать что-нибудь похожее на катер. Например, загнуть вот эти части вверх. Так, ну, пока это еще автомобиль, да, такой с турбинами. Ну и можно еще вот эту часть загнуть.
Ну вот теперь уже этот автомобиль больше, наверное, похож на катер, чем на гоночный автомобиль.